сила зла. Директор Скифс. Так ты говоришь, что ты из страны огня и серы? Надеюсь, это не будет большой проблемой. Приняв... Буду с вами откровенен. Принять его практически невозможно в данный момент. Кроме того, школа почти достигла максимальной вместимости. У нас заканчиваются... Заканчиваются... Но для таких ярких учеников, как ваш сын, всегда найдется место. Он сразу отлично впишется в наш коллектив. Ему также понадобится проводник. Марко Диас, кабинет директора. Марко Диас, кабинет директора. Кто этот Марко Диас? Самый безобидный ребенок в этих залах. Вот кто. Поговаривают, что он спас 5 человек от питья просроченного молока. Звучит так, будто он настоящая находка. Пока, Том, не доставляй неприятностей. Иначе! Супер! Марко, поздоровайся с Томом Люцитором, нашим новым учеником по обмену. А? Нам нужен ответственный и терпеливый, никогда не меняющий свои взгляды человек, чтобы присматривать за ним. Так кто же присмотрит лучше за ним, чем наш самый безобидный и безопасный ребенок номер один? Что? Я совершенно не готов к этому. Я неправильно понял плохого парня. Хотя, возможно, не так плохо, как он. В любом случае, мы должны были его заменить. В общем, в таком случае, вы с Томом поладите без проблем. А теперь, с вашего позволения, мне нужно искупаться в святой воде. Так что же делает тебя здесь самым безопасным ребенком? Последний раз повторяю, что нет! Позвони мне. Я не знаю, откуда у людей такая уверенность, что я надежный и безопасный. Я имею в виду... Серьезно! Осторожно! Ты носил шлем в спортивном душе всего один раз, а тебя пометили на всю жизнь. Позволь мне понять. Думаю, теперь я понимаю, почему люди называют тебя безопасным. Вопреки распространенному мнению, я люблю рисковать. И не возражаю против небольшой опасности в моей жизни. Ты имеешь в виду типа этой? Что это было, черт возьми? Хе, как будто ты можешь сделать лучше. Даже если бы у меня была магия, как у тебя, я бы не стал использовать ее, ну, вот так. Кто ты вообще такой? Просто обычный, нормальный принц-демон из подземного мира! И это подводит нас к завершению нашего тура. Я иду домой. Было приятно познакомиться, безопасный парень! Может быть, завтра ты будешь менее скучным и научишься стрелять огнем? Или что-то в этом роде? Gotta listen up, that's not a thing that I can get from you.